До наростаючому хвилюванню перед підсумковим виступом намагається Мілен. Это невероятное, на самом деле, ощущение, когда ты понимаешь, сколько человек проходило кастинг, сколько человек отпело, сколько песен было услышано, да, и что ты вот через все это прошел. З першого свого дня на шоу з легендарним ім'ям Мілен знала, вона у своїй X-вірі не самотня. За сотні кілометрів кожен крок разом з донькою заочно долала мама. Коли я була в лагері, коли були ці всі етапи, вона жила по моєму графіку. От чесно, правда. Ми приїжджаємо в полшостого в лагері, да, от коли пісню вже вибирали під рояль. Полшостого ми приїжджаємо, я з мамою по телефону розмовляю. Тобто мама все хорошо, вона не спить. Ми вже виїхали в 9 утра, я в 9 утра їй дзвоню, от ми їдемо в театр обратно, а вона до сих пор не спить. Я говорю, мама, ляг, поспи, что ты себя мучаешь? Я вот не лягу, пока все нормально. Пока вот ты не споешь, я не лягу спать. И сейчас там мама сидит, у нее там все. Она там прям вообще волнуется жутко. Прям. Ничего не делает, так вот сидит и ждет, пока я ей позвоню. Пока я отпою все, чтобы сказать ей, что все хорошо. Вот. Значит, надо все сделать, чтобы сказать ей, мама, все хорошо. Я постараюсь. Постарайся, пожалуйста. О, Лола. Здравствуйте. Лола, знакомься, самая экзотическая девушка нашего конкурса. Мулатка-шоколадка. У нее 4 имени. Пасса, Мілен, Естель, Валентина. Очень приятно. Она выбрала Мілен, да? Да, да. Поэтому ее надо называть Мілен. Да? Это Мілен. Очень красиво. Мілен, что вы нам споете? А, город 312 останусь. Прекрасно. Давайте. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Не собралась? Да, да. Ну, ты молодец, я тебе не верю до конца, к сожалению, сейчас. Я думаю, что ты просто себя слишком критикуешь. Посмотрим, что будет завтра. Угу. Будем ждать? Да. Все, спасибо. Давай, Лешенька, спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо. Бери зонтик. Сегодня это да, как-то...
своих возможностей выступила. Вот это и будет потолок. Но она на кастингах у нас отлично выступала. Гораздо, вот на тех, сколько уже туров она прошла. Здесь она то ли растерялась, не знаю. Ну, опыта нет, конечно. Но фактура какая. Вот. Сойти с ума прям вот. Она стоит и хочется приосаниться перед ней вот. Ты все, ты хоть все нормально спела, ничего не делаешь? Да, все как бы все. Блин, я не могу, я вообще не соображаю сейчас ничего.